Привет, друзья! Работа по вязанию летнего топа крючком подходит к концу. Сегодня обвяжем горловину. Привяжем нить к арке из 5 воздушных петель. Прячем хвостик. Начнем. Одна воздушная петля подъема. Первый круговой ряд вяжем столбиками без накида. Если в арке 5 воздушных петель, вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Переходим к следующей арке. Раз, два, три. Напомним, что это квадрат С. Обвязываем горловину. В следующей арке. Раз, два, три. В следующей арке раз, два, три. В следующей арке три столбика без накида. Раз, два, три. Подходим к бретели. Вот место соединения двух квадратов С. Здесь мы провязываем над столбиками с накидом по одному столбику без накида. Раз. Над следующим столбиком с накидом. Два. Теперь делаем по одному столбику без накида. Раз. Два. Три. И опять над столбиками с накидом 2 столбика без накида. Раз, два. В этом месте начинается бретель. Поэтому здесь делаем 1 столбик без накида. И в каждой арке 2 столбика без накида. Раз, два. Дальше раз, два. Раз, два. Продолжаем обвязывать бретель. Раз, два. Заканчиваем обвязывать правую бретель. Напомню, что мы нитку привязали к спинке топа. И сейчас обвязываем правую бретель 2 столбиками без накида в каждую арку. Два столбика без накида. Далее 1 столбик без накида. Вот так. Над 2 столбиками с накидом по столбику без накида. Раз, два. Дальше 3 столбика без накида. Раз, следующую арку, два, три. Снова 2 столбика без накида. Раз, два. Далее
Обвязываем горловину, это перед. Три столбика без накида в каждую арку. Раз, два, три. В следующую 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 арку. Раз, два, три. Над двумя столбиками с накидом. Два столбика без накида. Раз, два. Дальше. Столбик без накида. Раз. Столбик без накида. Два. Столбик без накида. Три. И над двумя столбиками без накида. С накидом еще по столбику без накида. Раз. Два. Это было место соединения двух квадратов С. Далее начинается левая бретель. Один столбик без накида в эту арку. Дальше по два столбика без накида в каждую арку. То есть над столбиком с накидом мы вяжем по два столбика без накида. Раз, два, раз, два. Заканчиваем обвязывать левую бретель. Раз, два, раз, два, раз, два. Далее один столбик без накида. Раз. И снова два столбика без накида. Раз, два. Столбик без накида. Раз, два, три. Так, еще два столбика без накида. Раз, два. И переходим соединительным столбиком в первую воздушную петлю подъема к вязанию второго кругового ряда. Одна воздушная петля подъема. Раз. Теперь 5 столбиков с накидом в третий столбик без накида. Раз, два. В третий столбик 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, три, четыре, пять. Теперь третий столбик без накида. Раз, два, три. Столбик без накида. Получился такой веерок. Продолжаем вязать таким же образом.
раз, два, в третий столбик без накида, пять столбиков с накидом, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, в третий столбик без накида, столбик без накида. Вот так. Продолжаем обвязывать горловину таким же образом. Вязание второго кругового ряда подходит к концу. 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2. В третью петлю. Раз, два. Если петель не хватает, как в данном случае, ну, например, у нас здесь раз, два, три петли, четыре, а нам нужно шесть. Обычно я провязываю через одну в предыдущем веере. Вот так. И здесь нахожу серединку, и будет практически незаметно. Раз, два, три, четыре, пять. Соединительный столбик. Вытянем петлю, обрежем нить, затянем ее. Перевернем работу на изнаночную сторону, спрячем хвостик. Вот так горловина обвязана. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам, дорогие друзья. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, канал Handmade TV.